С популярностью Toilet Tower Defense появилось очень много магазинов, в которых игроки продают гемы, юнитов, а некоторые даже прокачку аккаунта. Поставь лайк, если считаешь, что прокачка аккаунта — это бред. Ну и само собой появилось очень много мошенников, которые пытаются обмануть простых пользователей, как мы с тобой. Ну а сегодня мы с вами проверим магазин toiletmarket.ru и посмотрим, что он из себя представляет. И когда его проверил, я был в шоке, что мне отправили, или может мне вообще ничего не отправили. И что же, друзья? Друзья, вот мы находимся уже в самом магазине, и сразу же хочу сказать, что проверка будет максимально честная, и я вам врать не буду, буду говорить минусы и плюсы этого магазина. Что же, поехали! Сразу нас встречает вот такой вот баннер: летние скидки уже здесь, лучший маркет по Toilet Tower Defense, toiletmarket.ru, с восклицательный знак, восклицательный знак, восклицательный знак. Неплохо, сразу три восклицательных знака сюда поставили, чтобы мы заметили эту маленькую надпись, ну ладно. Летние скидки, летние скидки, летние скидки. Я так понимаю, здесь больше ничего другого не будет написано, ну ладно. Сверху у нас есть главное, каталог товаров, туториал по покупке и попытать удачу, что вот это интересно. Но давайте нажмем, что куда это у нас приведет. Так, колесо фортуны. Есть вот такая вот рулеточка, нажимаем крутить рулетку и... О май гад, у меня реально крутится рулетка, что же мне сейчас выпадет, смотрим. Пампкин фермер, о май гад, ваш подарок, поздравляю. Пампкин фермер. Окей, укажите промокод при оформлении заказа в нашем магазине toiletmarket.ru. Промокод Пампкин фермер 23. Эй, ну это плохой подарок. Все, я недоволен. Там были хайперы всякие, я получил Пампкин фермер. Кстати, сколько он стоит? Давайте нажмем сюда. Нас перекидывают в каталог эпических товаров. Пампкин фермер стоит 75 рублей. То есть 75 рублей только что выбил на халяву. Ну, это в принципе неплохо. А я могу еще раз это сделать? Вот, попытать удачу. Я хочу еще раз крутануть. А ну-ка, крутить ленту, полетели. И... Так, что-то уже не крутится. Приходи через 24 часа, чтобы покрутить снова. А, каждые 24 часа можно забирать халявного юнита? Так, здесь у нас есть категории. Есть легендарные, гемы, эпики, годли, клоки. Что, категория клок юнитов? Эксклюзивные юниты, мифики и боксы. Но мне кажется, самое крутое это клоки. Давайте посмотрим, какие здесь у нас клок юниты присутствуют. Клок Вумен, Биг Клок Мэн, Гвардиан Клок Мэн, Клок Спайдер, Ультимейт Титан Клокмен, Шеф Клокмен, Аларм Клокмен, Кнайф Апгрейд Титан Спикерман. Что так? Это же не Клокмен. Загрузить еще. И здесь у нас дальше Мейс Камера Вумен и Мех Ученый. Что так? Это же не Клоки. Что они здесь делают? Ладно, нам никогда этих разработчиков магазина не понять. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть дальше. Гемчики 0,25 рублей. Это как? То есть это у нас 0,25 рублей за какое количество? За один гем? То есть, к примеру, я хочу купить... Погоди, я хочу купить 10 тысяч гемасов. 10 тысяч гемасов. Купить. Так, добавлены в корзину. Смотрим. Это у нас получается 2500 рублей 10 тысяч гемасов. Либо, ну, как бы, ладно, давайте тогда уберем вот это. Я лучше, конечно, какой-то юнита куплю, чем 10 тысяч гемасов. Зачем они мне? Corrupted Cameraman 3500 рублей. Chef TVman 1200. Так, где-то здесь есть скидочки. Скидочки, скидочки, скидочки. Я хочу скидки. Купить сейчас. Все. Теперь посмотрим, наверное, какие у нас товары прямо сейчас по скидках. И... Воу-воу-воу-воу-воу. Dancing Speaker Room 45 рублей. Это у нас легендарочка. Окей, спускаемся немножко ниже. Dark Speaker Man, DJ Speakerman, DJ TV Man. Я хочу сейчас выбрать максимально интересный товарчик, прям максимально интерес, чтобы купить. Ну хотя погодите, здесь же у нас еще есть каталог товаров, туториал по покупке. Давайте туториал по покупке посмотрим, как бы почему бы и нет. Ой-ой-ой, это ролик на ютубе, короче, друзья, сами посмотрите, кому нужно. Туториал по покупке в принципе не нужно, я думаю, я и сам разберусь. Новостной канал, ну скорее всего это их телеграм, ну в принципе здесь вы уже разберетесь, когда зайдете на сайт. Скорее всего этот сайт не скам, то я оставлю его в комментариях, поэтому, друзья, заходите, можете здесь покупать вдруг что. Да, если это не скам, конечно, но сейчас мы это проверим. Окей, давайте прикупим себе какого-то юнита, какого-то жесткого юнита или юнит. Кстати, как правильно, дружище, напиши в комментариях, как правильно, юнит или юнит? Потому что я вижу, очень много людей разделились на два лагеря, некоторые говорят юнити, которые
некоторые говорят юнит. Ну, кстати, я хочу немного пожаловаться. Это такой маленький минус, конечно. Здесь картиночки не очень. Я как перфекционист, я как веду свой YouTube-канал, мне очень сильно нравятся красивые картинки, обложки. Здесь они, ну, такого себе качества. Поэтому был бы я на их месте, я бы сделался намного лучше. Тем более у меня есть все юниты в отличном качестве. Поэтому да, это такой маленький минус. Но, в принципе, а что поделать? Что поделать? Я не осуждаю, просто это как сделали дизайн, так он и есть. Но, опять же, я как ютубер, я как, можно так сказать, мини-дизайнер. Мне это немного режет глаз. Блин, я даже не знаю, какого мне юнита выбрать. Их здесь такое огромное количество. Титан и Тиумены всякие. Апгрейд Титан Синемамен 700 рублей. Чего? Апгрейд Титан Дриллмены, апгрейд Титан Спикермены. Я хочу какого-то крутого юнита. Прям, чтобы юнит был крутой. Я думаю, может, вот этого за 1500, ну, 1500 рублей, это, наверное, многовато, так что нет. Вот Клок Вумен меня очень сильно заинтересовала. Давайте перейдем по ней, посмотрим. Ладно, давайте, наверное, вот этого юнита мы с вами закажем. Конечно, картинка, ну, такое себе, вообще такое себе, друзья. Ладно, это не важно, это уже просто мои претензии. Нажимаем на кнопочку «Купить». Клок Вумен добавлена в корзину. Нажимаем корзинам. Ваши предметы. Клок Вумен. Так, ваш ник в Роблоксе. То, что начинается с собачки. Ну, давайте напишем. Ваш телеграм-юзер? Ну, давайте напишем, ладно. Что ж, дружище, товарчик я полностью оплатил. Я решил не показывать этот процесс, потому что, как бы, там очень много информации. Мой номер телефона, мой телеграм-юзернейм. Я думаю, тебе эта информация не нужна, поэтому я все дела обрезал. Но хочу сказать, что я ждал недолго, буквально минуток 5-7. 5-7 минут, и мне в телеграм написали, что уже подарочек отправлен, друзья. Давайте же с вами посмотрим. Ну, скорее всего, это правда, потому что если бы были с камеры, то мне бы никуда не писали. И давайте посмотрим, как бы, туториал по выводу юнитов с сайта toiletmarket.ru. Я хочу почитать комментарии. Спасибо огромное, купил маркет, а коррупт это довольно, спасибо за гемы бесплатно. О, этому пользователю выдали, как бы, гемы бесплатно, это круто. Большой минус в том, что не указывают характеристики юнитов. О, toiletmarket.ru, прислушайтесь, возможно, это достаточно-таки прикольная идея. Что такое телеграм-юзер? Это твой ник в телеграме, твой ник в телеграме. Телеграм, дружище, его нужно обязательно вводить, чтобы тебе написали. Ну ладненько, давайте тогда отправимся на пост-офис и посмотрим, отправили мне этого шикарного юнита или нет. По идее, этот юнит прям супер имбовый, супер крутой, поэтому давайте сейчас посмотрим. Так, меди-камерамены всякие, дуал-спикермены и клок-вумен. Это все абсолютная правда, друзья. Как бы это не удивительно, я просто знал, что toiletmarket.ru это один из лучших магазинов по продаже юнитов. Просто посмотри, Clock Woman 600 монеточек у нас стоит. Это у нас получается cooldown boost минус 22%. Ух ты, имба. N60, cooldown 0.5 и DPS 3-4 тысячи. Короче, это действительно имба юнит, эксклюзивочка, 140 тысяч штук их в мире. И, друзья, лично мною, Владом AFK, проверен этот магазин. Поэтому, если вы хотите, спускайтесь по закрепленному сообщению в комментариях и покупайте там юнитов на toiletmarket.ru. Ну а с тобой был я, Влад. Я желаю тебе хорошего настроения, удачки и пока-пока. Покупайте юнитов только у проверенных сайтов.